К 50-летию реорганизации Темирского района был проведен фестиваль «Кымыз Мурындык». Основная цель – возрождение национальных традиций, воспитание подрастающего поколения. В фестивале приняли участие Каиндинский, Алтакарасуйский, Тасхупинский сельские округа, а также отделы культуры, спорта, физической культуры и сельского хозяйства. Предпринимательство. В ходе фестиваля была установлена юрта, накрыт праздничный дастархан. Были представлены особенности изготовления кумыса, национальная выставка и показ народных обычаев. Этнофестиваль продолжился соревнованиями на национальных видах спорта, включая тохос-хумалак, тенгиалу и кокпар.